Приветствую всех на канале Автоинструктор 62. Сегодня я вам покажу один лайфхак, один интересный момент на автомобилях. А вы потом в заключении видеоролика, когда удивитесь, напишите обязательно в комментариях, какая у вас машина и работает ли у вас такая функция. Поехали! Приехали в пункт назначения. Выходим из автомобиля. Закрываем машину. И видим, что мы забыли закрыть окна. Они открыты. Нажимаем на закрытый замок и держим. Смотрите на окна. Все четыре окна, как вы видите, автоматически закрылись. Таким же образом можно их открыть. Открыли машину. Нажимаете на открытый замок и держите. Держу, смотрите на окна. Отпускаете, перестает открываться. Нажимаете и держите. Они опять едут вниз. Закрыли машину. Нажимаете закрытый замок и держите. Окна поднимаются вверх. Видите, перестал нажимать, окна перестали подниматься. Еще раз показываю изнутри автомобиля. Доехали до пункта назначения. Открыли дверь, вышли из машины, закрыли. Машину закрыли. А потом оборачиваетесь и видите, что у вас открыты какие-то окна. Просто нажимаете на закрытый замок и держите. Видите? Окна автоматически закрылись. То же самое можете открыть. Открыли замок, сидите где-то в офисе, через несколько минут уезжать. Вам нужно, скажем, проветрить салон. Открыли машину, нажали, пару секунд подержали. Оп, все окна открылись. Видите, все четыре окна открылись. Дальше вы опять можете закрыть замок, машина остается закрыта, окна приоткрыты, машину проветрили, пришли, у вас уже здесь прохладно. Ну что ж, друзья, вот такой вот секрет на автомобиле Volkswagen Polo. Я знаю, что такой секрет есть на многих других машинах. Поставьте обязательно палец кверху, поддержите лайком данный видеоролик, пусть об этом узнают все. И обязательно напишите в комментариях, есть ли такая функция на вашем автомобиле и какая у вас марка автомобиля, чтобы знали опять-таки другие начинающие водители и просто водители. Ну а сегодня на этом все. Это был Моряхин Сергей, Автоинструктор 62. Всем пока-пока.